Ты вот на Руканечке почем купила? Да. Ну почем? Ну ты говоришь, сейчас вот ты смотрела в Спортмастере, там 300 рублей или сколько? Горелках? Да. Нафига они нужны-то? Ну как тебе сказать? Чашку чая накипятить, да. Но ее таскать с собой. Не, ну понятно, но мы же не ходим в такие вот походы. Пока. Надо будет, разберусь. А сейчас пока что-то приехал, костер зажег. Приготовил, что надо. На всех. А горелка там совсем. Вот мы тогда в Торжок ходили. Там чашка, два доширака заварил, все. А нас, блин, 10 человек. Такое спасение, знаешь. Чисто под дождем в палатке, короче, когда ты сидишь, играть хочется, а дождь на улице. Это да. Но в палатке должна быть большая. А для вот как мы ходим сейчас в лето, мы ж не экстремалы пока еще. Олесь, зимой пойдешь поход? Пойдешь или нет? Зимой. Зимний. Так никто не ходил, я тоже не ходил. Да, они на 2 недели. Ну 2 недели. 25 штук на расходы сразу. Да. Ну туда заброска, обратно заброска. 25 штук. Ну Урал круто, но блин, это подготовка по горам-то лазить. И как бы ну такая сумма. Ну да. За эти деньги можно поехать во Вьетнам. На 3 месяца. И нарезать там по этим, по старым монастырям 3 месяца. Каждый сам для себя выбирает. Ой, я уже... Надо уже как бы знать, как Вьетнам, где там останавливаться. Нет, вообще пофигу. Там Вьетнам, он чисто такой туристический. То есть там куда хочешь, едешь, что хочешь делаешь. Взял эти скутеры, например, на прокат или велики. И гоняй себе по полям, там везде интернет. Это не Россия. А, вот она горочка, да? И песочек. Ну-ка я песочка. Thank you.
Ничего, осталось 5 минут, и мы уже в Черкассах. Зачем? Я имею в виду, что до Мигаловского моста осталось так минут 15, грубо говоря. То есть уже близко. Вон уже видно огоньки Черкассы. Мы уже приехали до города, по крайней мере. Через месяц будет самая большая луна за весь год. 11 числа. С 10 на 11. Полнолуние, самая большая луна. Самая близкая к Земле. Да, случается такое каждый год, но чтобы полнолуние это было, такое случается редко. В этом году ожидается самая близкая точка Луны к Земле в орбите в другой раз году, и при этом полнолуние. Полнолуние же на каждые 28 дней, а орбита 365, и там они как-то не накладываются вообще. Мы, конечно, в тропиках. Ну что, 5 минут остановка, последняя, или как? Можно ехать? Ну поехали тогда. Далеко, правда. Вот такие опасные машины. С одной фарой-то ездил. Thank you.
теплый. Но не холодный, не ледяной, не обжигающий. Такой он прохладный, но не особо